Как выбрать себе четвероногого друга и обучить собаку основным командам? В Химках провели встречу с кинологом. Дмитрий Морозов – выпускник Центра служебного собаководства. Знает о собаках и уходе за ними все. Вы хотите ее научить простой команде – сидеть. Как это делается? Собака стоит в стойке в обычной. Вы ей говорите – сидеть. Она не реагирует. Она не знает, что это такое команда – сидеть. Вы ей повторяете повтор – сидеть. Таким, можно сказать, даже грубым тоном, таким неласковым. И одновременно ей помогаете сесть, то есть давите ее на пятую точку, помогаете ей сесть, и сразу же начинаете ее хвалить, говорить: «Хорошо, молодец». Именно с такой интонацией, что с доброй. Как кормить, мыть и дрессировать? Жители получили ответы на все свои вопросы. Есть ли какой-то возрастной порог дрессировки? То есть, допустим, вот до такого возраста она дрессируется, а потом все, бесполезно. Да, ну вот как я говорил ранее, то есть до 5 лет, даже лучше до 4 лет собаку реально научить всему. После это будет очень сложно сделать. Посетить интересные мастер-классы можете и вы. Выбрать мероприятие можно на сайте администрации городского округа.